Двойняшка Марку и Тее едва исполнилось 2 месяца. В ЗАГСе Канавинского района Тея стала 100-м зарегистрированным ребенком, а ее брат оказался 99-м. 20 марта – Международный день счастья. Эта семья запомнит надолго. События значимы для наших детей. Вот. Тея у нас 100-я по счету в вашем ЗАГСе с этого года. Приятно, очень нужно, конечно. Очень волнительно для нас. Сувенирные ложечки с надписью «С днем рождения» теперь получат все семьи, чьи дети родились после 1 января 2020 года и зарегистрированы в органах ЗАГС Нижегородской области. 15 марта, воскресенье, у нас родилась дочка, сестренка. Моя сестра. Сестра. Да, Ирина. Мы очень рады. Нам дали свидетельство о рождении и подарили ложечку для первых зубов. Вот такую красивую. Чтобы было счастье. Нам очень хотелось быть как-то оригинальными, потому что мы много лет вручали медали, ложки не вручали никто никогда и никакой регион. А тем не менее, эта ложка, это может быть и как памятный сувенир, и ложка может использоваться ребенком. И плюс к этому, это еще наши корни и традиции. Организаторы рассказывают, под традицией ложечка, подаренная малышу на первый зубок, обещает ему долгую и счастливую жизнь. Юлия Калинина, Алена Зеленкова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.